Ежегодно в преддверии главного праздника в градообразующем предприятии поздравляют и детей сотрудников. Так, в этом году новогодние подарки получат более 15 тысяч детей в возрасте от года до 15 лет. Примечательно, что детям вручают не только любимые сладости. К примеру, малышам подарили развивающие игрушки. Детям в возрасте 60 лет – микроскопы. Более взрослые ребята получили фотообъективы на телефоны и спортивные бутылки для воды. В каждом наборе подарков также представлены эксклюзивные настольные игры – от «Уралкаля» и «Уралхима». Организуют для детей сотрудников и новогодний досуг. В Соликамске для детей в возрасте 3-6 лет будет организовано представление «Иван Царевич и Серый Кот». Школьники 7-14 лет посмотрят мультфильмы «Чебурашка», «Непослушник 2» и «Иван Царевич и Серый Волк». В Березниках дошкольники посетят новогоднюю сказку «Волшебные подарки Деда Мороза». А дети 7-14 лет увидят постановку «Приключения ледяного Джека». Новый год – самый долгожданный, волшебный и любимый праздник для всех. Подарки для детей сотрудников группы «Уралкалий» – это не только добрая традиция, но и важная часть социальной политики компании. В этом году объем средств, выделенных на приобретение подарков и организацию новогодних представлений, составил более 43 миллионов рублей. Добавим, компания поддержала и главную городскую елку, вручив подарки соликамским школьникам, которые отличились в учебе, спорте и имеют другие заслуги. Подробнее об этом мы расскажем в наших ближайших эфирах. Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».